Ровно 75 лет назад, 2 февраля 1943 года, была одержана одна из самых важных побед в военной истории нашей страны. Завершилась Сталинградская битва. Музей Победы уделил большое внимание этому событию и подготовил тематические мероприятия с интересной программой и уникальными экспонатами, посвященными Сталинградской битве. Выставка «Мы Сталинград», которая открылась 1 февраля в музее, демонстрирует редкие военные снимки, рассказывающие об этом великом сражении и его героях. С помощью приложения дополненной реальности эти уникальные снимки оживают на территории Музея Победы и всплывают на экране вашего телефона. Проект получил название «Цифровое небо Победы», и с сегодняшнего дня он запущен по всей России. Также в Музее Победы проходит квест «Лед и пламя Сталинграда», в ходе которого школьники могут примерить на себя роль настоящих разведчиков. В доступной и понятной форме детям расскажут об основных этапах Сталинградской битвы. В диорамном зале, посвященном Сталинградской битве, представлен один из главных экспонатов нашего музея. Невероятная диорама «Битва под Сталинградом. Соединение фронтов». В основу сюжета диорамы «Сталинградская битва» положено историческое событие. Соединение войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года. В центре картины, на холме, видны уходящие в сторону Сталинграда немецкие штабные машины. С воздуха по ним наносят удар советские штурмовики. В правой части картины показан бой в районе поселка Мариновка. Бойцы Красной Армии сражаются с пытающимся перейти в контратаку врагом. На южном берегу реки Карповки советские танки Т-34. Ощущение непосредственного участия в этих событиях усиливает предметный план, позволяющий приблизить зрителя к месту основных событий.